Сугробы. Салат сугробы. Салат очень вкусный, очень сытный. Сегодня 31 января, и я его готовлю к столу, к новогоднему столу. Нам нужно пожарить грибы, поэтому мы шампиньоны наши помыли. А теперь будем резать. Резать в произвольном порядке, желательно поменьше, то есть не очень крупно. На горячую сковородку, на сухую сковородку и горячую отправляем грибы порезанные. Здесь 300 грамм, может, я забыла сказать. Здесь, ну, примерно, можно и 200, но 300 грамм нужно, не больше. Больше не нужно. Пока наши грибы подсушиваются, то есть вода пока выпарится из грибов, мы порежем луковицу. Влаги уже нет, поэтому наливаем растительное масло в грибочки. И сразу отправляем лук. Теперь солим и перчим. Все приготовилось. Выключаем. И нам нужно, чтобы наши грибы остыли. 500 грамм куриного филе отварили в соленой воде, подсоленной воде и с ароматными травками. Теперь филе остыло, и нам нужно его порезать. Начинаем собирать салат. Первым слоем пойдет у нас курица. Да, я забыла сказать, чтобы была курица вот такая сочная. У меня в данный момент очень сочная курица. Вы сварили курицу подсоленной водой, с пряностями, с травами. То есть, какие вам нравятся. И из бульона не вынимаем, пока полностью она не остынет. Тогда курица у вас будет сочная. На тарелочку немножко майонеза. Майонез у меня домашний. И отправляем курицу. Буквально немножко сеточку из майонеза. На курицу отправляем грибы. Грибы холодные, охлажденные, уже ни в коем случае не теплые. И распределяем. Немножко вот так будем прижимать салат. Если вы будете так прижимать чуть-чуть, он будет держать форму. Лучше будет держать форму. Сверху на грибы буквально одно яйцо. У нас сверху будут яйца, поэтому сильно яйцами не затираем. Просто для салата. Как бы салат тоже должен быть с яйцом. На такую некрупную терку, вот такую. И распределяем на яйцо сеточка из майонеза. И на яйцо буквально вот такой брусочек сыра. Ну, не знаю, здесь грамм 50. Твердого сыра. И распределяем. На края так отправляем. А потом подберем все, краешки. Я под видео укажу, какие продукты сюда идут и какого размера у меня получился салат. И сверху на сыр майонез. Стараемся на бока заходить майонезом. Салат готов. Теперь нужно фаршировать яйца. Яйца сварили вкрутую. Нам нужно их разрезать на две части. Вот так, в длину. Все желтки отправляем в блендер. Нам нужно порезать лук и поджарить его. На горячую сковородку наливаем растительное масло и отправляем мелко-мелко порезанный лук. На небольшом огне будем потихоньку его поджаривать, но не до коричневого цвета, а до такого кремового. И сюда же в блендер отправляем наш поджаренный лук. И все измельчаем. Теперь сюда добавляем майонез. Перец можем добавить и соль. Вот такая кремообразная начинка для яиц у нас получилась. А теперь нам нужно взять ложечкой чуть-чуть буквально вот так вот вынуть белочек. Как бы чтобы больше начинки было в этом яйце. Теперь будем отправлять начинку в яйца. Без горочки. Горочка здесь не нужна. Я когда такие яйца подаю просто как фаршированные, то я, конечно же, делаю горочку. Здесь без горки. Яйца вот фаршированные есть у нас. И начинаем выкладывать. У меня в данный момент 5 яиц, но я думаю, что это много. Все зависит опять же от диаметра салата. Посмотрим сейчас. Что не ляжет в салат, съедим. Так, очень яйца очень вкусные с этой начинкой. Очень вкусные. Рекомендую
попробовать приготовить, и вам понравится. Яйца покрываем майонезом. Если мы не покроем яйца майонезом, у нас не будет сцепки, то есть не будет держаться сыр. А мы сейчас будем эти яйца затирать сыром. Особенно вот здесь, по краям, вот здесь, чтобы сыр держался, не съезжал. Можно немножко взять щеточкой, чуть-чуть вот так пригладить, чуть-чуть буквально. И осталось нам затереть сыром. Сырок у меня будет плавленый, затирать будем плавленым сыром. И я до того, как натирать, отправила его в морозильную камеру на минут 15. Чуть-чуть плотнее стал. На мелкую терочку затираем прямо сверху. Салат готов. Вот такой салатик получился, смотрите. Салат очень вкусный, очень сытный. Единственное, я не могу вам его в разрезе показать, потому что сегодня 31 января, и я его готовлю к столу, к новогоднему столу. Кому понравился такой рецепт, ставим пальчик вверх, подписываемся. Пока!